Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Лэйзи Дмитрия и ленивого меня. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, тебе не сложно, мне приятно, мне поддержка, мне мотивация, а я счастлив и все такое прочее. Ну что, продолжаем. Бой насмерть. Я один против толпы. Бяк. Правда, бяк мало. Ага. Так, ну... Принца Чарльза сам, как говорится, сам велел того. Тут уж ничего не поделаешь. Ух ты, блин! А я тут не посмотрел. Сейчас Скиннера надо брать. Без вариантов, меняемся, берем Скиннера. Двоих махом убрать. Кстати, из плюсов я утопил четверку. К всем классу. Четверка, я имею в виду, это сложность команды. О, это могло быть намного веселее, честно говоря, но... Так, не Скиннер. Давайте мы вот этого товарища нашего уберем. Так, чтобы он немножко безопасности был. Вот так вот. Теперь меняемся. Скиннер! Может, мин поставить? Должно хватить? Серьезно? Там так далеко вода? Блин. Что-то я... немножко это... удивлен. Зитера прям... Тебя мы тоже прячем. И опять смена, опять Скиннер. Ну блин, ну потому что это... Я все понимаю, но этот даже не шелохнулся, блин. Ладно, хрен с ним. Плюнем на все. Очень плохой начал. Как обычно. Ауч. Ну, все равно лучше. Джамбо. Джамбо, джамбо. Да все-таки добьем этого козла. Ну, аллилуйя. Всем даже понравилось. Надо было динамит ставить с самого начала. Ну, блин, я не думал, что там такой долгий берег. Я думал, там покруче спуск. Тоже недоработочек, конечно. Ну, не видно, банально. Так, ну что, Зитер? Нет? Кто? Мину атаковал. Ай-яй, как не стыдно. Так, а ветер-то у нас в ту сторону, да? Давайте-ка мы это сделаем. Ты подожди у меня. Ну, прыгни ты уже. Ай! А, кстати, нет, не ай. В целом даже неплохо. Ну, погоди. Ну кто ж может ходить-то? Смотри сюда. Да, ветер совсем не на его стороне сейчас был. Прям совсем не на его стороне. Бросай. И Альберт. Альбрехт. Ох, туда бы сейчас какую-нибудь тавцу эту. Блин, или напалма. Только не уходи оттуда, чувак.
Так, напалм еще через... Какого дьявола? Стоять на 93-м. Ну, он, во-первых, 100% помрет после этого. Ох, красиво. Эх, жалко не двоих. Что делать будешь? А ничего, что там твой стоит? Или ты прям сейчас сможешь так над его затылком? Нет, не смог. Ну, нет, если бы он это сделал, это было бы вау. Ну, это да, это так себе вариант, конечно. Блин, что бы делать-то, парень? Даже не знаю. Что будешь делать? Только не в ящик, я тебя умоляю, у вас... Ладно, ты его взять хочешь? Серьезно? Подожди. Ладно. Ну, это гадина. Да, он хочет взять ящик. Скотина. Нет. Сволочь. Он это сделал. Скиннер. Скиннер. Тоже этих... Не так много там. Ковырялок. А что толку будет сейчас от этого? Вообще никакого. Жалко, конечно, нашего сейчас убьет. Он прям туда свалился. Ну хватит. Предатель, предатель. Обидно, согласен. Пока. Извини, парень. Не, а что, повтора не будет? Так прикольно вроде получилось. Ну, сейчас ветер на его стороне. А, нет. А чё это он? Вот все раз. Странно. Джамбо! Знаешь, наверное, пора телепортироваться уже, потому что... Как-то так. И сейчас он мне из базуки засветит. Он пытался. Да-да, погоди. Куда ты? Развернись, развернись. Развернись, блин, ты умеешь, я знаю. Так как тебя развернуть-то, ты дура. Ну, хоть так. Должно было убить обоих, ага, все. Нет, дырка в земле все-таки здесь получится. Да. И он пробьет, к сожалению. Это жаль, это очень жаль. Угу. И что, один остался? Да. Остался один. Ожидаемо. Но, по крайней мере, вот если вторая бочка взорвалась, тогда да, было бы плохо. Так. Угу.
чтоб он меня каким-нибудь нопалмом не достал. Еще попробуем его утопить. Сучка, ну ты смотри, блин. Он, значит, не скатился. Да. Это как минимум обидно. Куда? Банана-бомба? Это мощно. Хватит по могилам стрелять. Ты, вандал, блин. Охренел, что ли? Что делаешь? Понятно, что там одна моя, ну так там и три ваших, блин. Что делать будешь? Глупый вопрос, да? Этот найдет, что делать. Ну что, пилить так пилить. Хотя... можно попробовать слегка подзацепиться. Так вот, например. Допустим. Так не вариант, а так. А так вариант. Допустим, вот так вот. Сам ты трус, блин. Чувак активно пробивается ко мне вниз. Если сейчас джамба будет ходить, а джамба будет ходить, то, во-первых, собственно, почему бы и не сделать полный и обдуманный звездец. Ай, блин. Ну ты серьезно? Да. Полный и обдуманный звездец. Смотри сюда. Сейчас как бахнет. Да, не получилось красиво. Пойди. Ого, 200 вышибло. Нормуль. Трое? Победа! Двое даже не тронутых. Скиннер так вообще почти молодец. Весьма условный. Весьма условный молодец. Так, теперь я компетентный. О, в следующий раз будет четвертая команда на максималках почти по количеству. И две вторых, ну это ладно. Так, ну что, попытка миссии. Сейчас вспомнить бы еще, что там делать надо. А, я не понял. Так, большой выстрел. Для этой миссии понадобится один червь с большим запасом патронов для автоматического оружия. Время будет ограничено, поэтому двигайтесь быстро, уничтожьте всех врагов, а затем заберитесь наверх. Пришло время показать, чему ты научился во время тренировок. Ты тренировался? Надеемся, что да. Слушайте, ребята, пошли бы вы в жопу с такими закидонами, блин. И? Так, сразу же вопрос. Ага, одна веревка ниндзя. Ну давай, давай. Так, а наверх, простите, это куда? Я что-то понять не могу. Так, вот спрячемся. Вопрос, можно ли тут ломать эти лопухи всякие? Ты что, своего, что ли, стрелял?
Кстати, у меня один червяк, да? Да, у меня один червяк, все, убедились. Теоретически, да, угробил. А вы друг с дружкой тоже, что ли, воюете? Ну, что-то да. Действительно такое себе. А в смысле забраться наверх, я не пойму. Типа, тут будет, как его называется-то? Так, сейчас будет этот, да, часовой. А, они меняться умеют! Часовой, часовой. Ты гадина, а. Блин, они-то умеют меняться, я забыл совсем. Чего, блин-то? Узушка, ты воюете. Ну, погоди. 15, а у того 17, да? Нет, одной веревки мне хватит, чтобы вот на самый верх залезть. Это как бы небольшая проблема. Не самая большая. Рим пока вроде как есть. Красиво. Ну что ты ко мне-то падаешь, гнида? Ну, мог предусмотреть этот момент. Ладно, не очень близко. Сейчас одну эту потратим, как она называется, паяную лампу. Опа. Внезапная смерть. Это вода поднимающаяся, да? Это же вода поднимающаяся, да? Я ничего не путаю. Да, но не очень шустро. Будем честны. Так, а я вылезти-то смогу? Это будет слишком весело. Так, я что взял-то? Я не посмотрел. Ой, блин. Залезть наверх я смогу, это не проблема. Бедная лягушка. Блин, ухитрился, а? Ну, можно и так. Одна веревка. А чё же... А, самонаводящаяся ракета? Вау. Сейчас, погодите, тогда. Ну ты гнида, парень. Даже телепорт. Старушка! Обалдеть. Да вы, блин, шутите. Серьезно? А, ну я его убил. Я так надеялся его выкинуть отсюда, в воду. Ну ладно. Ну то есть я побеждаю, да? Да, я побеждаю. Ну окей, тоже неплохо. О, за это представление получается золотая медаль. Твои достижения награждаются секретной возможностью. Что такое секретная возможность, до сих пор не знаю. Так, ох, ядренка, черышка. Огромное описание. Ну это в следующий раз. Давайте еще одну обычную игру с компьютером. Как обычно. Как обычно. Честное мясо. Ой, ад. Хе-хе-хе. Ад.
Нет, ты чё? Что-то у нас расположение, как бы это сказать, говённое. Повежливее это так. Стой! Да стой, я же нажимаю! Ты чё? Ничего. О, хорошо. Блин. Чё-то я сейчас вообще не понял. Жму на пробел. Он же должен был остановиться, по-моему. Разве нет? В принципе, неплохо, конечно. Всех цепанули. И дырку пробили. Чувак, не можешь сейчас уйти оттуда. Пожалеешь. Будь уверен. Блин. Он же должен останавливаться, когда... Если он роет, если ты нажимаешь на пробел. Правильно? Правильно. Какого хрена? Я думаю, вы слышали это непрерывное нажимание, блин. Я нажимал пробел. Давайте динамиту на всякий случай. Серьезно? Ой, блин, ну и прям ко мне. И, конечно же, он ходит. Да. Я кому нажимаю два раза, а? Так, что у нас здесь? Смех нездоровый. Серьезно? Как-то так. Давай, принц Андрей. Жги. Первый червь, судя по всему. Не убил. А вот теперь давайте к смена. Во-первых, уберем червя номер 3 отсюда. Ну, не хватило сил, чтобы выкинуть оттуда. Блин. Каким хотел вторым червем, да сейчас третий. Но этого он добьет, да. Без вариантов. Ну нифига себе ты на тоненького сработал. Вот это хорошо. Они оба здесь. Ну понятно, сейчас третьего утопит. Это как бы без вариантов. Опа, даже так. Куда тебя несет-то? Ох, скотинка. И ты туда же, родной. Иди, отдыхай. Ну давай, Чарльз. Добей первого червя. Вон та что тут. Надо на ладан дышит. Можно бы, конечно, сделать смену и красивым. Брать всех. Хам. Ну ладно. Что-то не вариант, видимо. Вот и все. Вообще, да, можно было смену сделать и просто первым червем добить обоих.
как вариант. Тот бы все равно погиб. Ну ладно, пофигу. Как случилось, так случилось. Победа! Главная победа. Главное это победа. Ну что, на этой положительной, очередной положительной ноте мы заканчиваем наши сегодняшние червячные пострелушки. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист на поддержку канала, на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде червячных замесов. Да, как-то так. Все, всем счастливо.